Добрый день. Пришли вот наш парк «Дельфин». Смотри, видим, прилетели первые утки в этом году. Мало пока, чуть-чуть подтаял лед. Тут идет во всю реконструкцию парка. Поставили вот пирс уже, где маяк. Вот маяк делают за забором. Вот сделали большой пирс. Вон уж так будет. Ага. Ворона. Где ворона? Не лезь, не лезь. Зена, не нужны тебе, не надо. Зена, вода холодная. Где ворона? Вот ворона лови. Еще лед. Так что первые утки хоть есть, и теперь люди будут ходить кормить. А жирные какие прилетели? Ага. Ну что ты кормили вот? Они уже, наверное, пожрались. Работают трактора, чистят. Вот сзади нас будет футбольное поле. Расчистили место под футбольное поле. А зимой будут заливать на место поля каток. Расчищают, тут будет все в траве. Цветах. Дорожку делают хорошую, беговую. Должно быть, задумка-то супер. Должна быть красота. Пирс такой здоровый. Немало сделали. Высокий почему-то. Очень. Как тут на лодке. День охоты, да, за утками? Ага. Не нужны они тебе. Рубит этот лед. Какая? Ну, вот это вот, прям вот так вот мелкий лед, который там прям вот клюв вот так головой. Так что все, весна пришла. Давай мое пиво. Где моя баночка? Все. Дежурная. Пока. Пока. Вот, за первые дни весны. Надо пивка. Лена, не ходи туда. Тут не надо. Все, пойдем. Пока.